может быть что-то интересное. Надо взглянуть. Удачи, приятель. Водитель, вы нарушаете закон. Я вынужден вас оштрафовать. Ладно, командир, вот бабки. Я надеюсь, что это больше не повторится. Thank you.
Мы вернулись, босс. Чудесно. Садитесь. Все прошло хорошо? Босс, он создан для этого. Они и ртов открыть не успели, как остались без колес. А пока они это переваривали, мы смылись. Морелла сейчас кипятком писает, ага. Правда? Я рад это слышать. Томми, мужик, что надо. Что ж, добро пожаловать в семью, Томми. Ты прошел первую проверку. Это честь для меня, так сэр. Что нас можно поздравить с пополнением. Я рад, что он теперь с нами, босс. Видите, он совсем не трус. И справился просто отлично. Отлично, парни. Давайте выпьем. Спасибо. Сегодня вам надо будет заскочить в пару мест, собрать деньги за крышу. Два ресторана и мотель за городом. Билл из мотеля в последний раз припоздал. У него были некоторые проблемы. Так что сегодня он заплатит немного больше. Возможно, ты слышал, что некоторые преступники зарабатывают с помощью угроз. Это определенно не наш случай. Люди, которые нам платят, получают услуги. Услуги, которые они не смогут получить от полиции. В прошлом месяце, например, Сэм и вот Полли решили серьезную проблему с насилием в одном ресторанчике. Теперь владелец уверен, что ничего подобного никогда больше там не случится. Ты будешь за рулем. Полли и Сэм будут собирать дань. Непыльная работа. Зайдите к Ральфи, он даст машину и можете ехать. Окей, босс. Ну а мы с тобой выпьем. Что скажешь, Фрэнк? Привет, Винченцо. Мне нужно оружие. Привет, Том. Думаю, вот это подойдет. Наверное. Я все равно не собирался его использовать. Спасибо. Привет, Ральф. У нас с парнями есть работа, нужны колеса. Ах, да, Томми. У меня есть еще одна крошка. Около 40 лошадиных сил, делает почти 60 миль в час. Ничего особенного, но ездить можно. Открыть ее легко. Возьми эту штучку и воткни вот сюда. Слегка поверни, когда щелкнет, открывай. Это просто как два пальца. Спасибо, Ральф.
Подожди нас здесь, Том. Мы скоро будем. Ладно. Пошли. Сука! Ублюдки! Том, меня подстрелили! Больно! Боже мой, больно! Передай Сальери, что теперь это наше место! Копишь? Еще раз здесь появишься, будешь выглядеть еще хуже, чем твои друзья! Вытащи Сэма! Они хотят выбить из него информацию, вытащи его оттуда! Тебя надо отвезти к врачу! Это подождет! Достань Сэма! Thank you.
только без фокусов. Ты только оттягиваешь неизбежное! Вставайся, все кончено. Здорово они тебя обработали. Пойдем. О, господи! Ничего, ничего, ты будешь в порядке. Доктор тебя соберет, будешь как новенький. Ты же у нас крутой. Вот дерьмо. Сейчас я отведу тебя обратно в машину. Все будет в порядке. Не дергайся ко мне, я нашпигую тебя свинцом. Давай, только попробуй. Ты не пройдешь мимо меня. Спокойно, братан. Только не дергайся. Все в порядке. Уходи. Нет проблем. Только попробуй. Нет, у него наши бабки. Лови его.
только без фокуса.
Так я и втянулся в это. Только что был обычным таксистом, и вот уже уважаемый мафиоза. Тебя не напрягала необходимость убивать? У многих с этим есть проблемы, знаешь ли. Понимаешь, я не из тех, кто жаждет крови. Не из тех, кому не хватает насилия и не любитель проблем. Но и совесть меня не мучает. Они нас хотели обхитрить, так что пришлось обхитрить их. Никаких сожалений. Мне было абсолютно наплевать. Судьба других меня не интересовала. Все говорили, что это просто бизнес и что семья должна держаться вместе. А ведь было время, когда я жил один и нахрен никому не был нужен. Но внезапно все вокруг начали меня уважать. Каждый знает, что ты можешь помочь, но так же легко можешь и уничтожить его. И каждый пытается тебя задобрить. А что насчет полиции? Ты просто так вот взял и ушел с места, где было побоище? У тебя не было с этим проблем? Ты работаешь на полицию. Тебе лучше знать. Ты знаешь, что мафия управляет всем городом. Семья Сальери имеет 25 миллионов баксов в год. В газетах только об этом и пишут. Но никто ничего не замечает. Если хочет остаться в живых. Мы отстегиваем чинушам 6 кусков в месяц. Ваши боссы брали спиртное по оптовым ценам, да еще рубили капусту, когда Сальери и Морелло подкидывали им халтурку. Дело закрыто. За недостатком улик. Копы даже возили для нас грузы с выпивкой. Думаю, ты об этом уже наслышал. Так что насчет двух твоих друзей? Ну, они отделались легче, чем ты думаешь. Сальери держит хорошего дока для своих ребят, и не похоже, чтобы он часто задавал вопросы. Через пару недель они уже были здоровы и снова рассекали по улицам. Единственным, кто беспокоил нас, был Морелло. Он хотел стать большой шишкой, а этого Сальери позволить не мог. Сальери не собирался быть второсортным боссом. Знаешь, человек становится доном из-за того, что жаждет власти. И его не волнуют никакие законы, кроме собственных. Вот оно как, детектив. Он хочет быть сам по себе. Не зависеть ни от полиции, ни от властей, ни от кого. Вот почему человек становится доном. Сальери и Морелло оба хотели загробастать все. Они продолжали наезды друг на друга. Но оба знали, что если все выйдет из-под контроля, настанет ад. Большая разница между ними была в их методах. Я слышал маленькую историю о Морелло. Мне очень жаль, сэр. Я не Ты идиот! Понимаешь, что ты наделал? Ты понимаешь, сколько стоит эта машина? Я ехал медленно, мистер Морелло. Не знаю, как... Ты что хочешь сказать? Что я врезался в твою машину? Нет. Сэр, я просто... Я хотел... Нет, сэр. Ни один ублюдок не смеет стоять на моем пути. Сальери все уважали за деловые качества. Каждый знал, что его не нужно бояться, если делаешь то, что должен. Люди знали, что если им что-то нужно, можно прийти к Сальери. Так Сальери заводил друзей. Часто помогал людям с разными проблемами и ожидал того же самого в ответ. Если кто-то переходил дорогу, он нарушал основное правило. И все знали, что за этим последует. Морелло же был просто подлый ублюдок. Он строил свою власть на жестокости. Даже его друзья боялись его. Большинство людей старались просто его избегать. Томми, у меня есть для тебя одно деликатное дело. Не знаю, кто бы мог справиться с ним лучше, чем ты. Ты хороший водитель, у тебя есть опыт. Проще говоря, завтра все лучшие моторы будут участвовать в гонках на трассе. И я поставил на одного паренька, который до сих пор был фаворитом. Я немного помог ему с карьерой. Я люблю быстрые машины, и я сказал себе, что такое вложение могло бы окупиться. Ну, ты же понимаешь. А
Потом Ральф и говорит, что сюда приехал какой-то европеец. Его машина обязательно выиграет. Ральф знает машины, он по ним настоящий мастер. В остальном полный идиот. Ну что ему стоило рассказать мне все до того, как я поставил на этого пацана? Ну все же, какого черта этот парень, черт знает откуда делает здесь. Это же американские гонки. А и другие уважаемые люди думали, что же делали. Многие наши ребята сделали ту же ставку, что и я. И они, конечно, не горят желанием потерять зелье. И за кого будут держать меня люди? За старого идиота, Томми? Этого допускать нельзя. Я и мои канцельери много думали об этом. Несчастный случай с гонщиком не годится. Это будет нечестной игрой. Такая победа мне не в радость. Ральф знает парня, охраняющего гараж с машинами, гонщик. Сегодня вечером ты отправишься туда и пригонишь эту европейскую машину к механику, который знает в них толк. Он глянет на нее и, возможно, улучшит нашу. Как только он закончит, ты отвезешь ее назад. Важно, чтобы машина была на месте до того, как кто-то заметит пропажу. И даже не думай о том, чтобы ее помять. Или попасться с ней в лапы копам. Понял меня? Да, босс. Если сможешь провернуть дело, то получишь долю с выигрыша, разумеется. Ну, вперед. Ральф объяснит, куда и как.